В семье сокращается количество безработных. Там прошла очередная, заключительная в этом году ярмарка вакансий. Для соискателей представили около 800 рабочих мест. Асем Утешева расскажет об этом подробнее. 19-летний Гасыр Серик на ярмарку вакансий пришел со своими друзьями по колледжу. Молодой человек учится на последнем курсе, но уже сегодня решил найти себе работу. На успех особо не рассчитывал, ведь у него пока нет опыта. Но то, что его пригласят сразу несколько предприятий, он не ожидал. Моя профессия – техник-строитель. Я рад, что сделали нам такую ярмарку молодежи. То, что они собрали все работы в одном месте, это очень удобно. Как я сюда пришел, я себе нашел 4 работы. Я этому очень рад. Ну, я для себя работаю еще. Вот посмотрела, то есть для меня кое-что нашлось. Но организация хорошая, реклама была хорошая. Подыскать себе постоянный заработок решили и бывшие заключенные. Сегодня на учете в службах пробации состоят около 600 осужденных. Из них около 10% безработные. С осужденным имеется судимость, либо то, что он отбывал наказание, не является клеймом. Сейчас около 50 человек здесь. По списку в настоящее время 14 человек уже они выбрали профессию из списка, который им дали, и по ним направление получили. Дальше только останется им на рабочее место дойти, и дальше будет продолжаться работа, и мы трудоустроим их. В поисках работы пришли и те, кто потерял свою квалификацию, не имеет опыта или находится в предпенсионном возрасте. Для такой категории граждан были предложены социальные рабочие места, общественные работы и молодежная практика. А желающим получить востребованные на рынке труда профессии предложили пройти курсы профессионального обучения. Но на сегодняшний ярмарку вакансий у нас предоставляется около 800 вакансий. Участвуют наши работодатели всех форм собственности, здесь и государственные, и частные, и предприниматели тоже принимают участие. Ярмарку вакансиями ежегодно проводим, она необходима, я думаю, для нашего населения и нашего города. Почему? Потому что здесь, находясь на этой нашей ярмарке вакансий, они напрямую встречаются с работодателями. Всего свои вакансии предлагали около 30 предприятий города. Посетили мероприятие порядка 400 горожан. Из них почти половина получили соответствующие направления. Асем Утешева, Берег Жобалайлы, Хабар 24, Семей.